Сегодня во всем мире отмечается День радио. Праздник относительно молодой. Его утвердили в 2011 году. А дата 13 февраля выбрана не случайно, поскольку именно в этот день некогда впервые зазвучало радио ООН. Одна из самых популярных радиостанций в Дагестане – «Ватан». Наша съемочная бригада побывала в студии, где записываются интересные передачи и прямые эфиры на самые актуальные темы. Луиза Раджабова продолжит. Радио с именем отчизны «Ватан» – единственное в республике и за его пределами, которое ставит во главу угла народно-патриотическое воспитание. Вот уже 13 лет на волне. Главное отличие «Ватана» – отсутствие узконаправленных тем для обсуждения. Профессиональный праздник, ведущий одной из популярных радиостанций Дагестана, встречают на рабочем месте. Живое общение со своими радиослушателями не утомляет, а придает им еще больше новых сил. Я слышала, что у нас не очень похожие голоса, и иногда нас, когда слушают, даже не могут различить. То есть настолько, в общем, на одной волне мы находимся во время эфира. Самое приятное – это когда слушатели начинают нас просто звать в гости. Да, у нас был даже такой случай, когда самый активный наш слушатель, Мухаммад Расул, Чабан, между прочим, он просто собрал весь коллектив радио «Ватана», пригласил к себе домой. Разнообразный плейлист вещания включает в себя тематические радиопередачи, например, на религиозную тематику, научную или политическую. Кроме этого, каждый день можно услышать новости региона, и все в режиме онлайн. В свет на радио «Ватан» выходит как познавательные, так и просветительские передачи, в частности, аудиокниги. Мухаммад ибн Сирин. Я не видел человека более сведущего в богобоязненности и более богобоязненного в постижении религии, чем Мухаммад ибн Сирин, Мурик аль-Иджли. Сейчас идущий в эфире книги о сподвижниках посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и где-то через неделю, через максимум 10 дней, как только та закончится книга, через неделю максимум, и в эфир, иншалла, будет выходить картинки из жизни табиинов. С развитием телевидения и интернета радио не потеряло свою актуальность. «Ватан» – одна из самых популярных в Махачкале. «Ватан» радует своих слушателей буквально с самого утра и готовит интересные проекты и продолжает развиваться. Больше знаний хотят зрители от радиостанции «Ватан», и мы сейчас стараемся, прорабатываем новые проекты, которые позволят укреплять знания и даже отвечать на вопросы, которые наверняка у наших слушателей имеются. Также вот последние месяца три, наверное, проехался по городам России. Было очень приятно, что именно через приложение многие даже в пути, в дороге включают радиостанцию «Ватан», подключают своим приемникам в автомобилях, слушают. И это повсеместно везде, это радует. Желаю приятного прослушивания всем слушателям радиостанции «Ватан». Следите за новостями. Совсем скоро много чего интересного вас ждет. Луиза Раджабова, Муса Салгиреев, новости ННТ, Махачкала.